Татьяна Подгорная со своей семьей живет в Голицыно. В Звенигород приезжает на выходные. Признается, нравится исторический центр, архитектура, живописные парки. А дети Елены – киноманы. Без похода на любимый фильм или мультик не обходится ни одна суббота. В этот раз семье Подгорных повезло вдвойне. Кинотеатр расположился под открытым небом. Надо чаще проводить и с семьей. Очень приятно оказаться в таком месте. Я считаю, что очень нужное мероприятие. Не только для семьи, но и для детей. Юные жители Одинцовского округа стали первыми зрителями кинотеатра под открытым небом. Это и понятно. В разгар летних каникул возможность занять ребенка минимум на час для родителей – настоящий подарок. На экране российская мультипликация «Гора самоцветов» и «Сага о богатырях». Проект создан с целью создания уникального пространства для того, чтобы дети и их родители проводили хорошо время. Да, мы делаем проект «Летний кинотеатр» по всей Московской области, но в Звенигороде проводим впервые, и он немножко другой. Мы хотим показывать кино именно днем, а не вечером, потому что так показывается на проекторе. А сейчас здесь мы используем LED-экран, который позволяет передавать качество и в солнечную погоду, и в дождливую погоду. Комфортная зона, декоративные деревянные палеты стали площадкой для ярких пуфов. От непогоды или солнца импровизированный кинотеатр защищен купольными зонтами. Организаторы уверяют, фильмы будут показывать каждые выходные. Цель проекта – кинолето – популяризировать отечественное кино. Кинолето в Звенигороде стартовало не случайно, ведь именно здесь родилась знаменитая советская актриса Любовь Орлова. Огромные мягкие пуфы и красивый экран не оставил равнодушных сегодня звенигородцев. Прикоснулись к прекрасному и мы. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». А что это?